Всем привет, господа, с вами снова Мистер Чейзер. Вы смотрите мой жестокий канал, и я, по сути, продолжаю проходить игрушку под названием Agents of Mayhem. Так, тут какие-то мудилы на меня напали. Они вообще ни черта не понимают, потому что они уже покойники. Так, вырубаем эту хрень. Или что с ней делать надо? Взорвать? Банально, уровень тревоги и легион обнулен. Погнали на миссию. Сила звезды. Третий эпизод, управляя Гантлетом. Mayhem. An appropriate name, isn't it? Considering all the damage they've done. Like this beloved temple. Mayhem destroyed this sacred landmark with the laser from space. They may as well have aimed it at my heart. I'm August Gaunt. And I'm gonna rebuild our city. Presenting I Am the World, a benefit concert for you. In addition to a night of amazing music by yours truly, the first 100 concert goers will receive for free their own Get Gauntlet 2.0. Because unlike Mayhem, I love you. Son of a... We've seen what the Get Gauntlet 2.0 can do, yeah? We need to shut August Gaunt down, Agent, and fast. Oh, I'll bet I can help with that. I'm always happy to meet a fan. You want me so bad? Come and get me. I'll tell you everything. Wow, what a helpful guy. This is obviously a trap, but we don't have any other clues, so I guess we might as well go along with it. Делайте, совсем жить надоело. Самоубийцы, блин. Опа, ящик. What kind of music do you listen to? Sometimes I listen to classical music while I work. Really? Где тут был ящик? What's wrong with that? Что это такое? If you're like 50, it's soothing. Hell, if I didn't, I'd probably snap under all this pressure. А, это база Легиона. Здесь вход? Over the scene, Stephanie. Прикольно. А я думал, там, ну, ящик. С лутецким. А тут вход в базу Легиона. Такой неприметный, да? Так, нам наверх. Настоящие герои едут наверх. Я же настоящий герой? Конечно. Так, что у нас тут? А куда мы вообще идем? Нахрена? Surprise, surprise. Gaunt's not here. Hey there, Mayhem. I'm glad you can make it so we can talk. Psych. Блин, FPS так падает, просто жесть. Как же это напрягает. О, золотой сундук, золотой, алло, верни меня. Это что за говно? Со снайпером я вроде уже знаком. Но это крутой. Хотя вроде такой же, каких я уже видел. В списке, в топе списка убийц. Метроносит на расстоянии. Ну это понятное дело. Так, верни меня назад. Сундучки классные. Смертоносен, но расстояние. Так, а где этот сна... А? Наверх. Да блин, он за нами тут бегает или что, я не пойму. Снайпер, ты уж извини, но у меня тут как некие проблемы в плане перемещений. Ну он что не цепляется наверх? А, вот это было неприятно. На. Сейчас мы с тобой разберемся, скотина. Нахрена нам снайпера убивать? Скажите на милость. Я просто, может, что-то не понимаю. Поехали. На, сука. Развлекайся. Где там? А, ты тут? Подожди. Развлекайся. Выстрел со спутника, топовая вещь. Так. Опять ты? Чё-то не поймаю. У нас какие-то особые отношения или что? Ого. Я стрелять не могу. Чё, прикалываешься?
Вся твоя броня ничто. Да и ты ничто. Да блин, что за приколы? А, это простые мудаки. С этими у нас разговор короткий. Например, вот такой. Поехали. Голуби полетели. Морпехи умерли. Чи-ад-пехи. Все, готово. Hold on. I'm picking up something from that sniper's nest. Agent, go have a look. There you go. Hope something useful's in there. One sec while I review. And... okay. Oh, oh dear. Gaunt is distributing those blasted gauntlets of his all over Seoul. О, сундук. Я его заберу. More for me. Yeah. Ни один тут кейс от меня не вернется. О, черт. Так, остановить местность. Так уже. Это не считается? I've marked one of his carriers for you. Take it out, agent. Let's find out where these things are coming from. Я вижу сундук. Он прямо внизу. Сундук! Тебе от меня не скрыться. Чуть золотой. О, вот это крутой, да. Так, стоп, что это за хрень такая? Остановите пропаганду. Верный конь. А ну сюда. Погнали. Давай, 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 поехали. Эта сволочь от нас уезжает. Кто с вроде мега крутой? Стой, сука! Конечно, я сумасшедший, я... На! Готов. Ой-ой-ой! Yeah, чувак, тебе не повезло, аж скрутило как. Видели, как его скрутило? Машина сбила гражданская. Really well made. Thank you. All right. Looks like the source of the gauntlets is right here. Have a look, yeah? Я? Блин, как прикольно нравится, как она с каким-то акцентом британским разговаривает. Haven't you, eh? Это реально какой-то акцент. Я не могу, правда, не понимаю, какой. Ну, акцент. I suppose I have you to thank for my new music library. Found that already, huh? Hey, I just think you need to branch out a little. I'm branched out just fine. I hope you made a backup of all the files you deleted. Yeah. About that. Музычку-то подуляли. Блин, эти роботы издают такой звук, как будто здесь эти... Там машина отображает, зачем? Как будто там вот эти вот красные осколки. Они нам на самом деле нужны. Они нам ядра качают. Always a pleasure. Да, хотя они тут и в ящиках валяются. Эти ядра улучшений. Так. О, мой зак качает. Oh, the crates are empty. Gaunt must have already given these out. Are there any more in the... Oh dear, another ambush? Ясно. Опять под херовую музыку, нет. Я на это дерьмо не подписывался. Пожалуйста, только не это, убей его. Браво, браво, сейчас ты помрешь, браво. Нет, пожалуйста. Я аж в текстурах застрял. Как наверх. К снайперу конченому. Как я поднимусь, скотина? Я найду путь. Ага. Да нет, залазь. Сносим щиты. А потом тебе лицо. Так это командир еще. Мега жесткий. Безумие! Парни, у меня для вас, ну, максимально плохие новости. Просто выпиливает все. Как я нажимаю на эту мышку? Блин, почему нельзя цель менять?
Было бы намного круче, если бы можно было цель поменять. О нет, эта музыка меня сводит с ума. До свидания. Гранату сам себе мудила. Well, looks like all these gauntlets got the same tracking number. That means they must have come from the same facility. I'll locate it. All right, agent. If you can find and destroy the gauntlets before Gaunt's Слава богу, можно сюда валить, господи. Это не музыка, это убожество. Good luck. Поехали отсюда. Пожалуйста, быстрее. Приказ один, чтобы свалить отсюда. Just fine, Friday. You aren't secretly super into Kronk, are you? Где нормальное музло? А ну-ка, тачка, врубай. А, как мне нравится это делать. Так, что у нас тут? А, надо было просто смотреть, а не взрывать все вокруг. Стопэ! Что у нас тут происходит? Я не понял, и без меня. Нехорошо без меня веселиться. Так, дверку открывай. Открывай ворота. Ох, ёкарный бабай. Что, специально? Пошла нахер. Так, у меня для вас есть хорошие новости, ребята. GDI Enterprise сегодня раздает лучи из космоса бесплатно. А вы счастливый обладатель таких. Да, точно. Ой-ой-ой. Да блин, какое? Охренеть, он урон наносит. Еще и блочит, заметили? Проба, давай разбирайся. Нет? Готово. Look around for anything suspicious, agent. The gauntlets must be around here somewhere. Да, что-то подозрительное. Surprise, suckers! Разбитые лампочки, ну такое. And they're all busted. Well, well, well. If it isn't my favorite frenemies. Still following my every move, huh? You sad little no-lifes. Oh no, that voice. My little honeys are all safe and sound, tucked away backstage. We're all ready for the big show. Are you? Clock's ticking, wannabe. I'll make him regret toying with us. Give me some time. I'll see if I can pull some strings and get to the bottom of all this. Можно я просто его убью и все? Это мы закончим. Наше великолепное веселье. А, миссия выполнена. Что-то быстро. Так, ядро улучшения. Надо будет потом прокачкой заняться. Ну, буду им заниматься, наверное, за кадром. Ибо это самое скучное, что есть в этой игре. Помимо того, что эта игра есть. Так. Ага, следующая миссия. Да, у нас там. Задание. Концертная программка. Конечно, мы пойдем туда. Естественно. Потопили. Закончим с этим мудилой. Тем более тут ехать не так, чтобы далеко, город достаточно маленький. На! Так, почти приехали, почти еще чуть-чуть. На месте. Начинаем. Третий эпизод. Концертная программа. How many? At the concert? Hundreds? Maybe thousands? Gaunt is going to turn this entire city into a Legion army. No worries, ma'am. We're handling this. You better, Friday. If we lose ground to that man-child, I will have every last agent's head on a stick. Yes, Persephone. I
know we have to get to the concert, чтобы моя голова была на пике. Taking him on there will only be a stopgap. We need to cut off the larger supply. I'm sending you coordinates, agent. Friday! Are you disobeying Persephone? No! I'm just interpreting the larger intent of her statement. Что я взял мой мусор? You look all prim and proper, but you got a deceptive streak. A moment. This is the heart of Gaunt's operation, where the Get Gauntlet 2.0 is manufactured. О нет, только не опять эти подземные лаборатории. Нет. Oh, and don't get killed, okay? Пожалуйста. Death is bad. Yes. Thank you for that, Mixer. Welcome, Dr. Babylon, and all associated. Черт, ну это самое убогое, что есть в игре. Хотя на самом деле в игре очень много убогого. Но вот эти однотипные. Sorry, I don't invest in anything I'm about to destroy. Это убогая хрень. Sorry, I couldn't be there to be you. Хотя много лутбоксов. No, sincerely. Раз, два. Впереди два вижу. Так, стоп, а куда мне? Ну, открывай. А, ладно. Не сразу дверь сработала. Хреновые двери, чувак, смажи. О, новые противнички. Это бафают они их. Блин, а как будто в XCOM какой-то играю, серьезно. Бафтрупер. Полевой помощник. Оказывает поддержку, усиливает воинов региона. Ну, значит, его надо в первую очередь мочить. Очевидно. Капец, там спутник бахает. Да насрать. Итак, разберемся. О, хаос готов, отлично. Ребят, для вас опять плохие новости, собственно, как всегда. Поехали. Левая кнопка мышки заряжена. И Дэнди. Ну, вверх подними, почему прицел от первого так работает? До свидания, молодой. А, это бафер. Тоже до свидания. Установки какие-то. Я не знаю, зачем они тут нужны. Но их можно ломать. Не может не радовать. Сундзукин! Ну это белый обычный. Там деньги, частички всякие. Это такой бред. Их можно и не собирать. Так, стоп, там где-то еще был, да? Стоп. Он прям где-то здесь. Как я мог его пропустить? Я не понимаю. Как я мог пропустить лутбокс? Тем более еще и золотой. Полоски 84. Еще и для машины раскраска. Вы че? Я просто не мог пропустить кейсик. Так, дай-ка мне это. Фортуну. Она, кстати, у нас тоже теперь этот опытный взломщик. Заметили? Значок появился. See this? Early prototype. But imagine. Get Gauntlet 3.0. It's a fucking missile. Пока. Ху-ху-ху. Хорош. Как оно бахает, а? Пошла нахер. И ты туда же. Еще твой труп взорвем. Так, пацаны. У нас опять плохие новости, как всегда. Как я люблю, ё-моё, как же тут бахает все, это просто кайф. Не знаю, но же со всяким хорошо бахает все, это мне нравится. Я хочу хаос у нее накопить. Замедление, да мне насрать. Фортуна у нас самая быстрая. Так что я, в принципе, на это замедление сугубо плевать. Так, нам туда надо, ну подожди. Вы ничего не понимаете в этой игре. В этой игре... Так, ну эта дверь нам просто не откроется, да? А не, откроется, ты смотри. Хорошо. О, это вроде нам хпшку докидывает, нет? Вроде нет. Да тут кей этих сундучков до хера. Я в шоке. Как будто валишинцы знали, что будущее за сундуками. В смысле, все что ли? А, это мы еще ниже едем. Давай. Я готов.
У меня еще 12 выстрелов со спутника. Причем, как они пробивают, я не знаю, такой толщины земли, я это не понимаю. Ну, как там это работает? Welcome to the Get Gauntlet Omnidirectional Control Hub. I can reach each and every Get Gauntlet from around the world and across the globe. Давай еще разок, попробуй еще раз. The brain to the next room's heart. На! До свидания. Щегол. Better to let me handle these legions. Хаос готов. Как у тебя хаос, я не помню. Робот. Ой, под музяку. Еще хаос готов сразу. Капец, он тут вокруг бахает. Ой-ой-ой, все, кажись. Прощайте, ребятки. Мне вас было очень жаль. Идеальный взлом. Я все делаю идеально. На. Гребаный хиллер. Ой, да давай еще разок. Господи, почему бы и нет. Поехали, музычка была неплохая. А, она начинает медленно стрелять. Но робот вокруг всех выпиливает. Музыка, правда, прикольная. Как будто я в зоопарк попал. Это прикольно. Мне режим хаоса нравится даже. Да откуда вы беретесь? Алло, ребят, я думал, я вас тут уже на ноль помножил. А, так надо было так и сделать, я понял. Так, ключ-карта, погнали. Нам туда. Ну, денежки заберем, естественно. Тут Персефона что-то зажало, жалование наше. Самое время заработать себе самому. Witness, if you will, the magnificence of the Get Gauntlet Manufacturing Center. Спасибо, что сказал, что это. Сейчас все разрушим. Let's shut this down. Goodbye, Gauntlet. Готово. Next up, it's concert time. Никаких хреновых устройств. Oh, чё он все взрывается, я не понял. О, там еще был ящик. Я его пропустил, как так? Не верю. Так, валим отсюда. Тут, кажется, лавочка прикрывается с невероятной скоростью. Да, мне понравилось. Ты к нам тоже на базу когда-нибудь Ай-яй-яй, заходи. Только без оружия, там с чайком. Я тебе обрезание сделаю. Ты еще мне спасибо скажешь. Капец, ФПС вылетает просто по-бешеному. Чин-чин. Так, не помню, мне не сюда? Капец, а что происходит? Куда мне? Ё-моё! Дверь открывайся, тут жесть какая-то происходит. Тут все взрывается. У меня щиты на нуле. Робот, давай за мной. Ну, вроде готово. Man, Gon's gonna be so bummed when he learns he won't be getting any more gauntlets. Indeed he will be. So, agent, ready to be a party crasher? Let's get to the concert. Последняя стадия. Я думал, сейчас миссия прекратится, а то геймдизайн в этой игре такой, что здесь в основном миссии прерываются после завершения какой-то, не знаю, определенной стадии. Но нет, мы еще на концерт топим. Что за говно сейчас играет? Это вот музыка Фортуны? Господи, нет, то почему? Почему ты такую херню слушаешь? А, не, вроде нормально, музыка пошла. Anyway, I assume you managed to take care of business down there, agent. You know they did! And now it's time to wreck on shit! Сейчас прикроем эту лавочку. С этой херовой музыкой.
I didn't plug in the coordinates. Mixer did. Hell yeah, I did! Just you wait. This is gonna be awesome. Ой-ой-ой. Mixer. Почти приехал. Или еще нет? Да господи, куда я еду-то? Где этот дебил свой концерт убогий делает? А, не, ну так не я не играю. Поехали. В подземке какой-то? А, это сундук, тю, блин. Верните с машину. Да вернулся, я просто в сундук влетел. Который сразу же и забрал. А, это не подземка, это эти. Туннели. Вперед! Хорош. Okay, I admit it, Mixer. That was pretty sweet. Whoa, this place is hyped. Gaunt knows how to work a crowd. We'd better hurry. Да я уже возле входа. Пускайте меня. Джонни, заряжай. Сейчас будем валить всех. Тут где-то. Там где-то здесь. Ладно. Я слышу вот этот вот осколок. Ну, хер с ним. Может, он где-то внутри здания. Хотя, как так? С черного хода. Нормально. I'm always up for a pop-in. Так, сундучков нет. Ну и похер. Ну, поехали на сцену. Разберемся с этим мудилой. Раз и навсегда. Taking out the temple wasn't enough for you, huh? What you gonna do now? Gonna take out my people? Я засуну этот микрофон тебе в задницу и скину тебя со стоэтажного здания. И посмотрю, как этот микрофон войдет тебе еще дальше. Вот что я сделаю с тобой. Ну, можно было этого не говорить, это и так очевидно. Get wrecked. GG, guys. Ох, как тут FPS проседает. Тут 30 FPS. 30 FPS, господа, когда смотришь сюда. Сюда смотришь 60. Сюда 30. Ладно, босс файт. О, при 30 FPS сражаться, я даже не знаю. На! Ты мне еще одного факта. А, нет, у тебя есть щиты. На твоей стороне читы, 30 FPS у меня в игре. Знаешь, не очень как-то приятно сражаться, когда у меня 30 FPS. Что нахрен стреляет? Не могу ее сломать. Ох, твою мать! Ты что, серьезно? На! Не, ну это совсем нехорошо. 30 FPS. Как мне вообще воевать? Давай робота. Я не знаю, как ему щиты сносить, но давай вот так. Пошел нахер, ублюдок. Нет, только не Джонни. Джонни, не умирай. Так, минус щиты. Капец, при 30 FPS с тобой вообще невозможно воевать. Это жесть какая-то. Мастер возвращений. Ой, блин. Хоть не с 30 FPS будем сражаться. He has both his roadies and the crowd on his side. They will pay for their stupidity. Пацаны, умирайте. Турель. Только давай без этой своей херовой музыки, а? Администратор ветеран, нихрена себе, а вы откуда-то? Стоп, я не понял. А, убить головорезов, понял. Теперь понял.
ХП. Иди нахер, тут ХП валяется. Ае. Блин, там 30 FPS, а тут 60. Я уже был с головорезами его воевать. Серьезно, пацаны, с вами воевать веселее, чем с Гантом этим. По одной причине. У вас тут 60 FPS на вечеринке. 12 левел у Гетта. А, не, не у Гетта. Поехали. Ой, не туда. Сам виноват. Мог немножко пожить. Неуязвимость? Да ты что, сдурел? Какая нахер неуязвимость? Ого. Ты что такой жесткий? Так, поехали, Джонни. Я думаю, тут время пистолетов. Ты чё, охеревший, что ли? Быть неуязвимым тут. Турель, поехали. А, это мудила их бафы. Я думаю, что за бред? Так куда? Нет, Джоэль все-таки урон подняли. Она прям хорошо сушит теперь. Он неуязвим. До свидания. Кто еще остался? Ты скотина, иди сюда, ты ж их бафаешь. Получай. Так, хаос готов. Так, Джонни с хпшкой, в принципе. О, здорово, а ты что, жила внезапно? Это хорошо. Жить надо. Кто еще остался? Где? Так, ребят. Не хочу вас огорчать. Ой, там снайпер. Поехали. Да будет новая музыка. Вот так-то лучше. Хорошо разваливается сразу. Сразу становятся более разваливаемыми. Не, хотя сейчас музыка более-менее играет, кстати. Не хочу ничего сказать, но вот эта музычка более-менее у Ганта. Ох, ёкарный бабай, уйти. Так, где снайпер? Ага. Вижу тебя, сучка. Джонни, покажи им, как надо воевать. Ага. Совсем жить надоело. В рукопашку к Джонни Гетту идет. Сумасшедшая. Снайперша. Так, а ну спускайся, сладенький. Сейчас с тобой разбираться будем. Микрофон уже ждет. Становись рачком. Становись раком, снимай штанишки. И давай сюда микрофон. Gaunt's a fraud, a total fraud. His microphone is tied to some sort of wireless auto-tuner. It's time to close out this show. What do you say? If we can sever that auto-tune connection, we can break his control over the crowd. Ну так давай сделаем это. And that donation board will drain faster than a... thing that drains fast. We love you, Gaunt! You love me, huh? Let's see how much. Господи, сейчас тошнит. Не можешь остановить и не остановишь. Бить фанатов Ганта. Серьезно? Ну при 30 FPS такое себе их бить. А, мы типа их спасаем или что?
Добей. Flight path looks pre-programmed. Is there anything you can use to disrupt it? Я не понял. А, взломайте. Чё? Сначала сказали вали их, а потом взломай тут что-то. А-а-а! 30 FPS сложно это делать, ребят. Сами попробуйте. О, капец, вообще FPS 20, наверное. Да уж их убьем. Вот тут 60 FPS. Вот тут 60 FPS, а когда смотришь сюда, там 30. Я не знаю, что тут за такая тяжелая сцена. Но FPS до 30 проседает. И очень невозможно становится играть. Что там отключить надо? Где? Взломайте пиротехнику. Готово. Блин. Ну что делать-то надо, я не понимаю. Бить. Может, тебя надо бить? Не, ну ему урон не идет. Я вообще не понимаю, что сейчас надо делать. Ломаешь всех фанатов. Потом разламываешь эту хрень, и потом что-то делаешь. Да, взломайте пиротехнику. Да блин, 30 FPS, господа. Сложно. А, надо было просто несколько раз повторить. Я думал, надо его валить теперь. Зеро. Это просто лошара какой-то был. Well, look at that. We got Gaunt. Ну, кажется, с этим пирожком мы разобрались. Теперь надо с более серьезными дяденьками разбираться. Кузнец, вот этот Гант, это такие лохи на самом деле. Концертная программа. О, ядро улучшений. О, ну это надо бы заняться за кадром. Аиша? Аиша? Это же девушка Гетта. Или нет? Вроде да. Вроде ее так звали, Аиша. Сюжетные повороты, вы победили Гант, открытое достижение. Ну что ж, господа, давайте на данном моменте закончим данный длинный видосик, почти 40 минут. Кто там хотел длинных видосиков у меня на канале, нате, получайте. Так что на этом все, господа. С вами был Мистер Чейзер, подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Также не забывайте и про группу ВКонтакте по ссылочке в описании, заходите, буду всем там рад. А на этом все, с вами был Мистер Чейзер, всем удачи и всем пока. Еще увидимся.